Вот тут такой вопрос будет. Я сейчас объясню, откуда он вырос. Мы как-то проводили с директорами из IT такую онлайн-сессию небольшую, там с партнерами Microsoft, с Microsoft в том числе, где пытались как бы основные проблемы цифровой трансформации, по их мнению, с их точки зрения опыта, ну, как-то подсветить. В итоге вопрос вот у меня такой, по результатам уже вот этого фидбэка от них. Инструменты вокруг коммуникации или коммуникации вокруг инструментов? Ну, я имею в виду диджитал инструментов. Инструменты, они всегда вторичны. Коммуникация, она всегда первична. То есть, по-другому можно сказать, процессы, что важнее, процессы или люди, да? Да. Не, в любом случае люди. Это всегда люди, потому что... Давайте так, я бы тоже здесь немножечко разделил. Получается как, если вам нужно что-то созидать, это в любом случае будут люди. Там процессов, как сказать, обкатать процесс созидания и поставить его на рельсы, наверное, невозможно. Кто бы, ну, в принципе, конечно, существует множество фреймворков, вы можете пойти, вас в Сколково, там, Высшая школа экономики и так далее, научат даже этому. Ну, в действительности, по факту, выяснится следующее, что... Все люди разные. Для того, чтобы люди креативили, им нужно предоставить определенные степени свободы и степени возможности использования тех или иных инструментов. А вот если вы хотите потом то, что они сделали, приземлить на реальный бизнес, то здесь во многом первичен будет порядок для того, чтобы, грубо говоря, какой-нибудь страшный лайфхак не ломал всю систему. И здесь именно системное управление. Поэтому я бы разделял вот эти две части приблизительно точно так же, как разделял бы как раз вот роли там, CIO и CDTO, потому что это вот разные роли. Один про создать что-нибудь, быстро на коленке MVP полехали, да, а другой должен отлить какой-то монолит в бетоне так, чтобы там, не знаю, при попадании ядерной боеголовки в дата-центр 3Data все жило абсолютно спокойно, все серверы жужжали и мигали лампочками. А вы же уже какую-то часть запилили, да, своего функционала? Крайне пока малую. Мы планируем, я бы так сказал, там первичную бету и демонстрацию там, коллегам делать приблизительно в июне-июле месяца следующего года. Угу. А кто управляет у вас командой разработки, которая будет разрастаться, ну, в том числе? Мой коллега управляет на сегодняшний день, Алексей. Мы вместе с ним знакомы еще со времен работы в Центральном телеграфе, тоже имеющий там, колоссальнейший путь, колоссальнейший опыт создания, я бы так сказал, первого интернет-портала на Камчатке. И вот, в принципе, с тех самых пор человек тоже так или иначе, пройдя айтишный путь, его занесло в телеком. В телекоме мы познакомились и вернулись в IT, я бы так сказал, в интернет-комьюнити.